так, сейчас мы ему сиспреп сделаем по выречку. Вот елки ж. Я совсем забыл про этот шаг. Да. Это ж он в конце поразвернул имидж, а теперь система себя доконфигурирует. Да, я принимаю. Я помню, что это сервер кор. Пароль нужно первый раз пустым ставить. Итак, вот сейчас мы сделаем ему. Ой, еще препарирование дисктуру. Не везет, да? Не пруха сегодня. Опа! Первая попа, да. Тайм-аут. Тяжелый процесс, представляете, вот в системе не верю, что придется запустить командную строку. Нет, это реестр ставится и нормально работает. Я имею в виду, но он же что-то припаривает, и это припаривает, похоже, по тайм-ауту. Он пытается запустить какие-то службы, дожидается и таблова, и потом переходит к нижнему уровню работы. Да ну этих юзеров, не любят они красивого. Да, в текстовую строку тяжело подготовить. Да ж... По буковкам все сложить. Не, по-моему, он уже занавтор. Ну, а потом еще добавить, запарились. Вот. Да, что мы делаем теперь? Мы заходим в Windows System 32 SysPrep. Запускаем дорогой любимый сиспреп, говорим подготовить образ в аудит или в out of box, OOB, да? И, собственно говоря, шатдаун. А, да, ребут. Главное успеть нажать кнопочку сейчас. Что? Сейчас проходит сиспреп, настраивает машину и дженерализирует ее под общее, так сказать, использование. Хотя, когда не надо, мышь двигается сама.
Так, все приготовились? Нажимайте. Вот, наш PXE пошел. DHCP получает IP-адрес. Я нажимаю 12. Успел? Успел. И мы здесь видим три образа. Видите? Вот почему не хватает. Вот там еще ниже чуть-чуть можно. А дальше M8 не можем поменять. Спойлер без окна графического. И нажимаем Windows Server Capture. Процесс пошел. Все-таки с флешки оно быстрее крутится. Флешки надо делиться. Майкрософтовская трансцендерская флешка. Не, а вот если бы это было настоящее майкрософтовское, гению. Стоп. Надо было про флешки молчать. Ты думаешь, я бы тебе не нашел? Зря. Вообще нет, я бы не таком сегодня обстирал про две стрелки. Я решил, что она у тебя приросла. Это было кредитом отдать? Естественно. Да нет, зачем мне 2 гигабайта флешек? У меня меньше 4 теперь не будет. Вот я поэтому всегда хотел стрелять 4, ну ладно. Я помню, что это было черное. Трансцент молодцы, они по цвету отличают. Обратите внимание, Windows Deployment Service Image Capture, да? Нажимаем, выбираем Volume. Вот наш диск C, ура, работает. Какие, да? Image Name. Сервер Core. Поле description my server поле preparation. Next. Куда будем ложить? Где он тут? Image файл. Так, нет, почему image файл? Upload to server. Сервер VS08APP1 connect. Уже говорили, надо полный день. Нет, здесь не обязательно. Здесь обязательно, чтобы сетка была. VS08 администратор. Почему администратор? Потому что только у него есть права сейчас. Паспорт. Имидж группа. Ну, придется туда. А что делать? Кто? Да. Нет. Name. Какой-нибудь name поле. Нормально. Что он хочет компьютер. Нет, так я же ему сказал upload. Local диск. Boot, понятно. А куда-нибудь бы сложить бы его бы. Ну мы же сами его же будем грабить. Так сети мы будем грабить. Так вот я ж думаю куда. Чего?